Всем привет! Очередной влог снимаю для вас. Вообще сижу на сайте H&M. Я недавно была у них в торговом центре, заходила, но некогда было там и померить все. Зашла, вот у них есть интернет-магазин, решила прикупить Настенке кое-каких вещей в садик. Вот какой-нибудь такой платьишко, знаете, они там бегают в таких вещах. И вот хочу что-нибудь ей прикупить на замену. Она в последнее время у меня стала постоянно то юбки, платья. У меня таких вещей мало, знаете, леггинсы, шорты, ей уже такое не подходит, ей нужны платья и юбки. Вот я присмотрела такое платье трикотажное, также заказала на одном сайте вот зимние вещи Насти и Кати, там и комбезы, и комплекты зимние, и обувь Насти тоже в понедельник должны прислать, я обязательно вам покажу. Многие девочки спрашивали все-таки, на чем я остановилась. Распакуем с вами вместе эту посылочку. Я ни разу на этом сайте не заказывала и не знаю, как у них доставка, как быстро они привозят вещи, без понятия. Я делала заказ в Заре в интернет-магазине, у них отличное обслуживание, очень быстро отправляют. Также в Нексте очень тоже быстро, по-моему, на второй, на третий день присылают. То есть есть такие интернет-магазины, которые ну, буквально 2-3 дня и все. Курьер приехал к вам и отдал вещи. А мазыки тоже очень хорошо и быстро присылают. У них, кстати, сейчас тоже распродажи. Тёна у нас сейчас собирается к подруге к своей. Мамочка. Ты посмотри, какая красотка. Мама. А? Я папу научилась заправлять кровать. Мы же в садике заправляем сами кроватки. Да? Да. Слушай, какая ты молодец. И красивая такая. Пойдем покажу вам. Пойдем покажешь, как ты заправила постель. Пойдем. Папа тебе не помогал? Точно? Слушай, ну молодец. Для первого раза это очень хороший результат. Настеночка, а в садике вас учат наводить порядок? Игрушки поднимать с пола? Нас там, смотри. Чего? Аж прослезилась от вопроса. Кашляни и прокашляйся. Не могу. Давай, вот так. Вот, смотрите. Поиграли, на место убрали. Поиграли, на место убрали. А у тебя дома поиграла, кинула. Поиграла, кинула. И порядок не наводишь. Так что сейчас, Золушка, снимай платье. Одевай футболки. И наводим порядок. Кто еще радует, все разбрасывал? Ну-ка, папа, где ремень? Убегает пылесос. А где пылесос? Наводи порядок. Мама наводит. Вместе с пылесосом. Мой помощник. Едь, едь уже под кровать. Давай, давай, наводи порядок. Сейчас стул уберу. Опа. Вот так вот. Правильно? Катайся. Мне нравится то, что он может залезть под этот самый, под шкаф. Тоже уберу всю эту красоту вашу. Он залазит под шкаф, видите, под кухню. Я уже показывала в видео, мне очень нравится пылесос, кто-то спрашивал отзыв. Не знаю, я им довольна. Вот, вообще, видите, на ковер залез спокойно, тихо работает. Единственное, нужно проводки все убирать, чтобы он не запутывался. В проводах он может запутаться. А еще он пугает детей. Да, Катюш? Почитала я все ваши комментарии по поводу детской комнаты. Спасибо вам большое. Приму к сведению. Мне некоторые даже скидывали рисунки, как они бы что организовали. Прям вообще, вы такие молодцы. Такая активность большая. Я все комментарии вижу в директ, все посмотрела. Пока нет возможности всем ответить. Вот. Но спасибо вам большое. Буду думать. Ой, будем думать и копить деньги. Так, Настеночка у нас тут рисует. Кстати, лайфхак для дома. Для тех, кто не хочет, чтобы дверь закрывалась. Берите вот такого, как называется он? Прилипуна? Прилипал. Берите прилипалу. И все. Эй, кто разрисовал дверь? Ну вытри тряпочка. Катюша, наверное, малевала, да? Да. Придется тебе за Катю убирать. Настя, у нас Золушка у нас. Нет.
Да? Да. Настена, это самое. Пылесос сзади. Вот мы смотрим обезьян. Я очень часто, кстати, включаю Nat Geo Wild, потому что мне нравится в мире животных. И для фона, мне кажется, почему бы и нет, в HD-качестве. Пусть показывает лучше, чем новости, правильно? О боже мой, надо переключить эту. Она скушает, на окошке сидит. Не переживайте, она мне не свалится с окошка, я за ней слежу. Тем более тут у нас такие окна, что даже мне сложно открыть, но в любом случае она мне всегда под контролем, не переживайте. Так, я включила духовку и готовлю вот сейчас кушать. Сегодня приготовлю вот такие вот овощи, запеченные с курицей. У меня тут несколько слоев, ну, в общем, просто все накидала. Картошку, морковку, лук, сверху вот таких две больших, не знаю, лопатки, или что это, лопатки, да? Сверху еще вот так, ну, чуть-чуть смазала, сейчас фольгой накрою. В общем-то, и пойду в духовочку все это поставлю, и не знаю сколько, минут на 40 точно будет запекаться. Настенка у нас пошла к своей подружке отдыхать, гулять, а потом попозже я за ней схожу вместе с Катей. Катюшка тоже там побегает, поиграет, да? Запекли нашу курочку, картошку, морковку. Сейчас будем с Катюшкой кушать. Вот я уже положила нам. Она горячая, будет остывать. Катюшечка там бедная, еле дождалась, включила ей мультик про противную принцессу, которая не хочет кушать ничего. Слава богу, у меня Катюшечка не такая, она мне кушать хочет, наоборот. Пойдем на кролика посмотрим. Такой кролик, да? Такой кролик. Да, водичка. Мы идем домой, да? Наигрались у подружек. Настена упала у нас. Ты расплакалась там. Что-то откуда ты упала? Рассказывай. Я не упала, я там в кровати была. В общем, я мог. Я подтолкнула, мы в бабу вылезли. С подушками я ударилась об этот бортик. Ну, выходите, давайте. Катя у нас так прикидывает. Все, что было, то и надели. Давай, топайте, а то у нас холодно. Холодрыга у нас уже такая. Все, идем домой. Вот снег даст. Сейчас у нас папа уже должен приехать домой. Снега еще нет, у Насти тоже в платье. Они всегда в гости ходят друг к другу в платьях. Наши принцессы, да? Да, Катюш? Иди за Настенкой. Вот такие дела, так мы и отдыхаем. Катя, Настена, пойдемте сюда, в эту сторону. Как мне с ними весело, вы бы знали. Обожаю их двоих. Катя, я не могу. Смешнулька. Настенка тоже. Сегодня воспитательница похвалила, сказала, какая у нас Настена молодец, послушная, кушает хорошо. И там все убирает, и деткам помогает другим. Ой, догоню! Ой, догоню, догоню, догоню! Катя. У нее такой стиль. Как называется стиль? Напишите, мне забыла слово. Иду, иду, Настян. У нас сейчас вечер. Катюша, как всегда, напялила на себя. Мне кажется, ей лишь бы что на себя надеть. Она сейчас у нас в таком халатике ходит. Мы смотрим «Голос», еще не спим. Настя завтра выходной, да? Это завтра суббота? Да. Поэтому Настя у нас ложится. Мама с папой придут в садик. Настя, это почему? Они будут мыть окна и заклеивать окна. Ага. Катюш, что ты там рисуешь? Покажи, мам. Ну-ка, дай-ка. Ну-ка. О, ну ничего себе, такие кружочки у тебя красивые, да? Угу. Ой. А как ты танцуешь? О, Катя, доктор пришел лечить папу, да, наверное? Катюш, иди папу полечи. Маму полечи. Мама здорова. Нет. С детьми по-другому не может быть. Настен, папа назвал маму психически неуравновешенным человеком.
И тебя вылечим, и тебя вылечим. И меня вылечит, и тебя вылечит. Ой, Настя, ты меня будешь по-настоящему лечить? Почему у нас Настя качает? Потому что это осень. Дай посмотреть. Ой, это ты мне лечишь, да? Да ты моя сладкая. Ты мне, по-моему, еще хочешь еще хуже мне сделать, хочешь? Да? Ты мне еще хочешь еще хуже сделать. Мамочка, мамочка, мамочка. Да, солнышко. Второй врач. Вас двое, это твоя помощница, да? Да, давай померим температуру. Давай. Леонид, есть что сказать? Померим. Да. Бригада скорой помощи ко мне приехала. А, градусник давай. Мам, не надо. По-моему, очки должны быть у доктора, Катюш, одевай. Ты же доктор. У доктора должны быть очки. О. О. Все, лечи дальше, мама. Что там? Ты хочешь себе температурку померить? А, я хотела сказать в кадр, что я тебе показала, что муж у меня есть. Это многие, видишь, потеряли тебя. Ну, ты волосы лезли. Да? Да. Ты, тебя там не видно. Вот, да, в общем, муж у меня есть. Муж объелся груза. А то мне комментарии смешно написали, что платит ли муж алименты. Типа, ну... Не бросил ли он двух детей и жену алименты? Платит он или нет? Да, так что муж, слава богу, от меня не уходил и детей не бросал. Хотя, наверное, иногда хочется, да? Постоянно хочется. Постоянно. Что? Смотрим голос. Да? Дети. Это что, твои духи? Да. О, не надо на меня пшикать, Настен. Иди папе пшикни. У папы аллергия. Аллергия на духи? Нет. Доченька. Молодец. Вон муж. С грязными волосами. Трусы. Он меня просто на самом деле не очень любит. Что-то трусы в кадр показывают. Ваника у нас не очень любит сниматься. Он, как ты говоришь, не фотогеничный, да? Не фотогеничный, поэтому не хочет он сниматься. И сапочка, 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 сапочка. Поэтому я его сапочка. Никогда не снимаю. Ну, не хочет человек сниматься, не любит. Как ты же танцуешь. Если покусать, нельзя скушать. Лампочка. Вот и сумасшедший дом. У одной музыка, у второй что-то там стучит. Телевизор не слышно, так всегда. Не то чтобы себя, я телевизор не слышу даже. О, наконец-то, замолчала музыка. За ребенку весело. Ходит. В общем, вышла я из душа и нанесла вот такую вот масочку. Купила тут в Ашане. А, муж меня испугался. Катюшечка! Катюш! Пошли в песок. Открывай. Ну да ладно, Настя, актриса прям, я не знаю. Как будто первый раз видишь маму в маске. Катя реально испугалась, она Настенка так балуется. Кстати, по поводу ежедневных влогов я еще думаю. Но буду стараться хотя бы через день выкладывать. Вот. Просто многие за ежедневные влоги, а многие против. Тут, знаете, 50 на 50. Поэтому, ну, буду, наверное, выбирать золотую середину, снимать через день. Молодец. Умничка. Так, Настенка у нас уже пошла спать. А мы с Катюшкой играем. Что там? Уточка кря-кря. Вот уточку кря-кря, да? Нет? Неправильно? Ну, исправляй маму. Вот. Сейчас... Вань, ты скачал фильм уже? Качает. Как он называется? Кловерфилд 10. Будем смотреть фильм Кловерфилд
2010. Да, короче, 2010 года. Нет, Cloverfield 10, 2016. А, 2016 года. А, новый, да, получается? Загрузился. Вот, сейчас будем включать, не знаю, дождаться, пока Катя уснет или нет. А она, в принципе, у нас под гром и звук может спать. Мы вот устраиваем себе киносеансы. Папа, да? Катюш, ты бай-бай собираешься? Кать, бай-бай. Пойдем спать? Как же у меня другие планы. Вот, ну ладненько.